Всем привет! У меня в семействе пополнение вот такого девайса, который называется eBow от компании HeatSound. Это электронный смычок, который позволяет из гитары извлекать звуки, похожие на скрипку. Я распаковывал примерно час назад и хочу поделиться первыми впечатлениями. Сейчас я немножко поиграю, чтобы продемонстрировать, как он звучит, а потом расскажу, как он работает. Итак, начнем. Включаем девайс и попробуем сыграть какую-нибудь классическую композицию. Посередине есть бороздка, и когда струна попадает в эту бороздку, то eBow начинает ее магнитами раскачивать, и соответственно создается вот эта вибрация и вот этот вот постоянно непрекращающийся сустейн, такой же, как когда на скрипке играют смычком. Об этом называется, собственно, eBow, да, электронный смычок. Когда мы играем на гитаре, извлекаем ноту, идет сразу же резкая атака, а потом звук затухает. При помощи смычка вот этого задухания его не происходит, потому что происходит просто постоянная вибрация, и сустейн он сохраняется. Играть приходится практически все время на одной струне, потому что для того, чтобы струне раскачаться, ей нужно время. И, соответственно, скачки между струнами, ну, во-первых, они неудобны из-за того, что бандура такая большая, вот, а во-вторых, нужно время, чтобы разогнаться. Давайте сыграем Полонез-Огинского при помощи eBow. Все это буду делать на одной струне, поэтому может быть немножко лажа, потому что я привык это играть на нескольких струнах, а не на одной. Достаточно сложно играть на одной струне то, что мы привыкли играть на нескольких, примерно вот так вот. В инструкции нарисовано, что можно совмещать технику игры медиатора вместе со смычком, но пока что я слабо представляю себе, конечно, как вот все это держать вместе, вот, нужно будет учиться. Другой момент, который я для себя обнаружил, у меня после 20 минут заболело плечо. Девайс очень непривычный и как-то вот неудобно его держать, он тяжелый, там большая батарейка стоит 9-вольтовая внутри крона. Я еще не приноровился, чтобы плечо не напрягалось. Производители рекомендуют использовать пассивные датчики, а не активные. У меня на этой гитаре стоит EMG 89. Давайте попробуем гитару с пассивными датчиками. На этой гитаре стоят EMG HZ. Пассивные датчики, они, скажем, такие средненькие. Вот, давайте посмотрим, как будет звучать. Больше. Так что чувствую, что со смычком я буду играть больше на этой гитаре, чем на той. Также здесь есть режим, который они называют режим Harmonic, который обогащает звук гармониками. Похоже на фидбэк из усилителя, немножко похоже на флажолеты. Давайте послушаем, как он звучит. Пальцы от всех этих слайдов, я решил попробовать настоящий слайд. Слайдом пользоваться не умею, поэтому строго не судите. Давайте послушаем, как будет звучать со слайдом. Поставим обычный режим, не гармонический. Ну, для полноты картины давайте еще попробуем поиграть с басом. Играть очень сложно, потому что вот эти бороздки, они рассчитаны на гитару. Соответственно, на басе мы не можем использовать их для поддержки струн, и его держать приходится самому, намного сложнее контролировать. Очень сложно елозить пальцами по басовым струнам, потому что они толстые, их тяжело зажимать, они очень сильно царапают пальцы. Вот. Я не басист, поэтому у меня пальцы на это не рассчитаны. На этом все. Когда я с ним разберусь получше, я запишу нормальный обзор, расскажу, как играть, какие техники я использую. Мне очень нравится, я думаю, что я буду использовать его даже больше, чем медиатор в следующие несколько недель. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!